Власти Югры предложили сократить дефицит бюджета почти в 3 раза. Поправки в главный финансовый документ одобрили сегодня на заседании правительства округа. Доходы казны увеличиваются более чем на 24 миллиарда рублей. Основная доля средств – это налог на прибыль организаций. Помимо этого, по программе сотрудничества поступили безвозмездные транши из бюджета Тюменской области. Дополнительные средства, которые направят на реализацию госпрограмм, превышают 8,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обеспечение югорчан жильем и развитие здравоохранения. Включая оснащение современными автомобилями скорой помощи в соответствии с федеральными нормативами и показателями, которые мы, как и все регионы, должны достичь. Предлагается увеличить расходы и на здравоохранение, и на культуру, на спорт, среди них, в том числе мероприятия, которые обеспечат уровень заработной платы в этой сфере в соответствии с требованиями указа президента.